Машина под номером 29 вылетела с дороги в толпу зрителей, в результате чего погибли 3 человека. Ранее участвовавший в ралли Янек Элле, механик Лаури и его девушка. По предварительной информации, зрители находились в безопасной зоне. Как отмечает генеральный секретарь Эстонского союза автоспорта Маргус Кивер, организация безопасности на ралли находилась на должном уровне. Пока можно только констатировать то, что один из экипажей вылетел с трассы, в результате чего погибли 3 человека. Это были зрители. Почему они оказались там, где оказались, предстоит выяснить следствию. Прокуратура пока не дает никаких комментариев, за исключением того, что дело открыто по статье «Причинение смерти по неосторожности». Кое-какие подробности все же стали известны средствам массовой информации. Отмечается, что участок, на котором произошла трагедия, был скоростным. Экипаж мог развить до 100-120 км в час, а сама трасса была гравийной. Также высказывается предположение, что машины могли накатать в этом месте колею, и водитель просто не успел отреагировать на изменившиеся условия. Мы приносим соболезнования семьям погибших от лица Союза автоспорта и от лица всех спортсменов. О точных причинах трагедии можно будет говорить по завершении расследования, которое ведет прокуратура. На сегодняшний день полиция ведет опрос свидетелей. Кроме того, прокуратура проанализирует запись с камеры, которая была установлена в потерявшей управление машине. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.